Фасады приводятся в порядок, граффити стало меньше, дорожная сеть обновляется. Ленинский район готовится к чемпионату мира по футболу. Задачи, которые предстоит решить за год до Мундиаля, обозначил глава города Олег Фурсов на встрече с местным активом. В зале депутаты, представители общественных советов, управляющие микрорайонами. Сегодня от них зависит, каким в итоге будет район. За два последних года в Самаре отремонтирован рекордный километраж дорог. К ремонту готовятся новые участки. Асфальтовое покрытие неплохое. В основном здесь работы практически все выполнены. Мы в следующем году будем проводить ремонты. Я дал поручение улицу Арцебушевскую в план-график включить. Значит, Чернореченскую необходимо. И подачная. У нас уже было решение о разработке проектно-сметной документации. Впечатления от поездки по району в целом положительные, но есть и нарекания. Местами встречается нескошенная трава, мусор, столбы, остановки обклеены объявлениями. Есть время окончательно избавиться от наклеек, которые портят внешний облик города. В центральной части Самары много деревянных домов. Часть из них привели в порядок волонтеры. Ну и хочется обратиться, Олег Борисович, если вдруг такая возможность будет, может быть, в следующем году рассмотреть возможность помощи Ленинскому внутригородскому району в замене ограждающих конструкций, если такое возможно будет. И мы со своей стороны тоже, от управляющих микрорайонов и депутатский корпус, и общественные советы микрорайонов приложим максимум усилий, чтобы проговорить с каждым собственником, который обязан содержать свой забор, о замене, о реконструкции своего забора. Впрочем, многие финансовые вопросы район может решить и без привлечения денег из вышестоящих бюджетов. Такие резервы есть, и использовать их можно только при активном участии общественности. Прежде всего, это сбор земельного и имущественного налога, легализация незаконной рекламы и полный уход от продажи контрафактного алкоголя. Марьяна Мирная, Олег Зверев, Артем Сулайманов. События.